Вот такие новости попадаются в сети. Неудивительно, что жители Чувашии предпочитают более проверенные ресурсы. Опрос показал, телевизор – главный источник информации. Чувашский государственный институт гуманитарных наук опросил более 600 жителей Чувашии в 8 городах и 9 районах республики. 90% респондентов в возрасте до 18 лет заявили, что основная часть информации приходит к ним с экранов телевизоров. На втором месте интернет. Оттуда черпают информацию 58,5% опрошенных. Около 57% предпочитают газеты, 47% главным источником информации признают радио.